Добро пожаловать на канал «Цвет настроения». По правде сказать, слухи о разладе в звездной семье певицы Нюши и ее мужа-бизнесмена Игоря Сивова в последнее время муссировали СМИ не раз. Ходили даже слухи, что Сивов изменил жене во время ее второй беременности. Но все это время пара хранила молчание и отказывалась комментировать события в личной жизни. Однако поклонники певицы уверены, что в последнее время Нюша сама активно подогревала слухи о разводе. Так сначала в соцсетях певицы пропали фото с мужем, а Нюшу стали замечать на публике без обручального кольца. Артистка кардинально сменила имидж и возобновила музыкальную карьеру. И вот буквально накануне Нюша сама поставила точку в домыслах о своих отношениях. Певица подтвердила, что действительно развелась с Игорем после 7 лет брака. «Да, в моей жизни правда происходит новая трансформация. Мы с Игорем уже давно не вместе и только сейчас готовы об этом сообщить», – призналась певица. Слова Нюши подтвердил и ее теперь уже бывший избранник. Бизнесмен заверил, что расстался с женой без скандалов и раздела имущества. Судя по всему, им удалось остаться в дружеских отношениях, чтобы в дальнейшем вместе воспитывать двух общих детей. Напомню, свадьба пары состоялась на Мальдивах в августе 2017 года. Ранее они тайно зарегистрировали брак в Казани, родном городе Игоря. В ноябре 2018 года певица подарила супругу дочь Серафиму Симбу, а спустя 3 года сына Сафрона. А вам, как всегда, спасибо за внимание. Оставляйте свои комментарии под данным видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал «Цвет настроения». И до новых встреч!